Совет профессора. Бояться не надо. У вас есть опыт жизни, и вы сами определите, что вы хотите. И двигайтесь вперед, не слушая никого. Женщина начинает новую жизнь после 45 лет. Первое. Свою программу как женщина вы уже выполнили, то есть рожать не надо. Второе. На перепутье этого возраста вам помогает природа. Идет новообразование новых нейронов. Нейроны требуют новую информацию, иначе они зачахнут и исчезнут. Третье. Ваше тело кардинально изменилось. Вы совершенно другой человек. Поэтому не цепляйтесь за старый образ жизни. Что дальше? Чем заниматься дальше? Ведь впереди почти еще половина жизни. Теперь все зависит от вашего желания. У вас есть способности с рождения. Вы их не использовали, потому что вам было просто некогда. Совет профессора. Бояться не надо.